между жертвами и охотником. Глава 5. Маргарет, вы... Ага. Понятно, это уже следующее. Почему фотографии не считаются? Оу, фак! Что мне делать? Иди в жопу! Отстань! What the hell? Фак, нет, стой, 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 включи свет! Фак, хреново включил свет, ладно, неважно. Так, мне нужно понять, что она делает. Я даже не понимаю, что это. Она включает газ? Оно... What the fuck? И что я должен в этом понять? Эта диаграмма, очевидно, связывает электрическую панель. А, как-то связано с электрической панелью. Кто-то оставил заметку относительно электрической панели. Это лестница, по которой я пришел сюда. Так, то есть я зашел вот сейчас сюда. И сейчас нахожусь вот где-то здесь, вот где-то по центру экрана. Водопроводная труба, которая, по сути, судя по всему, дает воду всему поместью. Вот здесь монстр был, который... Что? Кормился за этими трубами? What? Или прятался? Давайте посмотрим, что это такое. Уйти, смотрите, как это мило. Рисунки на стене. Holy shit. Где? Я никого не вижу! Так, ладно, давайте. Посмотрим, что здесь надо сделать. Так. Чтобы, видимо, пройти сюда, нужно активировать электричество и водопроводный кран, так ведь? Ну, наверное, я не знаю. Чтобы... А, или это где щитки находятся? What the hell? Что? What? What? Так, два включить, один выключить, так ведь? Здесь. Так, давайте попробуем пощелкать. Ага. Так, а если, допустим, только один нажать? И, допустим, сделать так. А если, допустим, сделать так? What? Так, окей. Если, допустим, сделать так.
Я ни хера сейчас не понял. Окей. Так, ну, вот то, что 2 нужно жать, это я отсюда понял. Этот переключатель соединяет бойлер со всем поместьем. Этот не переключатель, точнее краник. Этот переключатель, скорее всего, контролирует ввод воды. Холи, я сейчас обосрусь, серьезно. Что это все значит и что я должен сделать? Так, я что-то где-то включил. Я правильно что-то где-то включил. Что здесь делал призрак только что? Ну или тень, как ее назвать? Так, пройдем налево. Рука чья-то, нормально? Вся эта кровь... Это была кровь луны. Это невозможно. Какая луна, какая кровь? Ты упорот, что ли? Наркоманы проклятые. Лампа была сломана. Мои спички были лучшей возможностью. Видимо, дать свет. Угу. Я смогу это сделать, держа свечку. Отлично. Окей. Не знаю, правда, что это мне даст, потому что там дверь-то заколочена вроде как. Помоги мне! Невозможно было сломать эти доски без соответствующего инструмента. Тени двигались в темноте, крысы... Нет, да, тени. Или может быть даже что-то хуже. Это тоже лампа не работает, да? В открывшемся алкоголик, это был настоящий Уильям, а остальные... Все остальное было просто ложью. Так. Что здесь еще? Проклятый бойлер. Так. Уровень давления в этой трубе был минимальным. Не было давления. Так, осторожненько. Куда не идем, здесь эта тварь стоит. Так, то есть мне надо бегать и поднимать давление. Теперь ладушки. Ладушки.
А, fuck you. Я хочу лампочку включить. Иди в жопу. И знал я тебя из этого места. Самое главное понять то, что лампочка работает. Только потом идти. Так, а здесь можно сохраниться вообще? Здесь нельзя сохранить. Really? Или в самом начале можно было что-то, я не помню уже. Не, по-моему, нельзя. Здесь нельзя сохраняться. Вы серьезно? После всего того, что я для вас сделал. Ах вы, ублюдки. Три куртки замши. Ну и так далее. Так, мне нужно сначала давление поднять здесь. А чтобы это сделать, надо вернуться в эту комнату. А вы сами понимаете, какая там жесть. Окей. Так, намного проще, ну ладно. Ага. Такс. Может, здесь какие-нибудь подсказки есть или еще что, текстовые? О, фак, ну ладно. Только не подходи сюда, хорошо? Ты не можешь сюда подойти. Будешь трупом. Ты же всего лишь призрак. Хм. Здесь должна быть подсказка, как это сделать. Хм. Что-то не понимаю, в каком конкретном порядке надо их поставить. Понятия. Сейчас будем смотреть тогда. What? А, я ничего не понял. Надо, кстати, убрать, чтобы взять топор и разбить. Все понятно, для чего я это делаю. Чтобы топор забрать, потому что там какая-то тварь находится внутри. Ну, здравствуйте, у меня спички заканчиваются. Здравствуйте, я ваша тетя, да? Что мне с этим делать? Я не пойму немножко. Совсем чуточку не пойму. Как конкретно мне их повернуть? Ну вот я уже нашел. Раз, два, три переключателя, да? Чтобы этот бойлер заработал. Спасибо большое, я знаю. Ну вот, большое спасибо, у меня кончаются спички, алло, гараж. Просто потому, что я не знаю, что мне делать.
Эта труба присоединена к остальному поместью. У меня спички закончатся, и я ничего не смогу сделать. Так, давайте включим, допустим, вот так. Все, допустим, включим. Ну, допустим. Что это мне даст? Ай, suck my balls, чувиха. Ставим их в одном направлении, допустим. Спичек нет, поэтому придется так. Ну, есть они, но их мало. Ну, естественно, я заблудился в этом говне. Естественно, свет до туда не доходит. Отлично. Что я сделал, я до сих пор не знаю, но ладно. Нет, тут были спички же. Я потратил все гребаные спички ни на что. Пойду переключу электричество. Только спички не тушить, пожалуйста, пока не двигу. У меня последние две спички, алло, гараж! Теперь мне надо пойти сюда и открыть. Так, у меня последняя спичка, поэтому мне надо сейчас будет вернуться назад и взять спички. Иначе я просто не выживу. Ты издеваешься? Как ты ее найдешь без спичек? О, fuck you! Так, ну что, придется на ощупь выбираться? Какая разница? Последняя спичка! Победа гарантирована! А, вон там спички есть, все нормально. Наконец-то эта хреновина стартанула. Ууу, 15 спичек. Фу. А, они понимали то, что здесь, может быть, спички закончатся, поэтому положили спички. Фух. Забирай топор. Этот топор был хорошей находкой. Теперь
Эти доски точно подадутся. Бет, здесь инструкции того, что мы обсуждали. Бла-бла-бла. И чё? И здесь столько всяческой бесполезной срани. Это вообще капец. Я не смотрю, может, еще что упустил. Так, быстрее бежим туда. Не используем спички. Спички экономим по полной программе теперь. Мало ли еще какая херня тут появится. Хера он вытащил. Джонни дома! Интересно, может его Джонни зовут? Я уже забыл, как его зовут. Да и вообще, в принципе, насрать. Как бы его там... Оставь топор себе, дурак. Во, нормально, зарубишь кого-нибудь. Let's go! Заруби парочку теней.